конечно, настраивались. Мы видели, что команда «Рязань» идет на первом месте, заслуженно идет. Но, тем не менее, мы настраивались играть в футбол, а не просто отбывать номер. Но, к сожалению, техническое мастерство и уровень скоростно-силовых качеств не всегда нам удавалось выходить через пас, но мы пытались. Наша задача как раз в этих играх совершенствовать свое мастерство, что мы и делаем. И надо сказать, что хороший урок сегодня получили. Так что по игре, конечно же, команда заслуженно соперника победила, но мы старались, мы отдали все силы. И в дальнейшем, думаю, мы с каждой игрой мы прогрессируем и получаем все больше варианты для развития игры и так далее. К сожалению, у нас подготовительный период был не такой большой. К сожалению, сыграли мало контрольных игр, всего одну. Вот сейчас за счет игр набираем физические кондиции и также совершенствуем свое мастерство. Мы стараемся играть своими силами. Сегодня на футбольном поле были только воронежские футболисты. И у нас стоит задача подготовить футболистов для основной команды, чем мы и занимаемся. Ну, всех с победой. Что сказать, ребят, молодцы. Все, что договаривались, все выполнили. Поэтому, конечно, надо было пораньше, в первом тайме, забивать мячи свои, чтобы более спокойно себя чувствовать. А так все. Все довольны, все рады. Всех с победой.